Надежный и компактный топор Fiskars X11S. Перед нами топор от компании Fiskars, выполненный в черно-оранжевом цвете. Инструмент поставляется с практичным пластиковым чехлом для безопасной переноски. Весит топор чуть больше 1 килограмма. Благодаря крючкообразной форме рукоятки, инструмент не выскользнет из рук во время активной работы. Рукоятка топора выполнена из прочного и износоустойчивого материала FiberComp с амортизирующим структурным покрытием Soft Grip. Инструмент подходит для работы одной рукой. Топор предназначен для колки поленьев диаметром менее 20 см. За высокую прочность отвечает отшлифованное лезвие с двойной степенью закалки. Лезвие колуна заточено под углом 35 градусов, обеспечивает легкое раскалывание материалов и не позволяет клину застревать в плотной древесине. Fiskars X11S пригодится для дачных работ, в частности колки дров и небольших поленьев. Это надежный и легкий топор, который легко уместится в сумке или багажнике машины.